Встречайте, у нас сегодня бусы с янтарем. Только сегодня. Специальная цена. Только сегодняшнего дня. Только нашего эфирного дня 799 рублей. Ничего себе, это янтарные бусы. Это натуральный янтарь. Это именно тот янтарь, который отвечает за наше здоровье. Посмотрите, какое количество здесь янтаря. Вы видите, что они здесь совершенно разные. Разные модификации. Это очень хорошо, особенно для тех, кто далеко живет от моря, кому не хватает йода, кому не хватает витамина D. Забирайте в свою коллекцию янтарные бусы. Вы увидите, как они будут заниматься вашим здоровьем и вашей красотой. Потому что, конечно же, янтарь отвечает еще и за проблемы со щитовидной железой, нормализует наше давление. И, конечно же, янтарь отвечает за витамин D. Но я рекомендую всем янтарь, потому что мы все-таки живем далековато от моря, и нам так не хватает этого яркого солнечного витамина. Сегодня мы с вами будем выбирать свою корзину ювелирных украшений, шкатулку, я бы сказала. Смотрите, наша модель Елена как раз сейчас вам демонстрирует целых 4 нити бус. Как это может вместе выглядеть? Потому что бусы действительно, они являются универсальным. Это настоящее колье. Вообще все, что связано с янтарем, все природное, настоящее и потрясающе, удивительно красивое. Оттенок просто непревзойденный. Вы знаете, посмотрите, в одних бусах мы можем здесь видеть оттенок яркий, какой-то очень сочный, я бы сказала, медовый. Тут мы еще видим и карамельный оттенок. Мы здесь видим оттенок пудрового янтаря. Ну, то есть все оттенки, какие только можно себе представить, такие вкусные, я бы сказала, знаете, вот прям абрикосовые карамельки, ну по-другому никак не скажешь, вишенки, все представлены вот в этом нашем удивительном колье. По-другому и даже не хочется говорить, потому что это действительно целое янтарное колье. Посмотрите, какие предлагаются размеры от 45 до 65. Это значит, что вы можете стать собственным дизайнером. Но вы можете еще сделать и целый сутуар собственный. 120 сантиметров можно сделать из этого колье, соединить целых 2 нити бус. Как это сделала наша модель Елена. Я обязательно вам покажу, как это делается. И еще можно носить в виде браслета. Поэтому комбинируйте, забирайте вот такие бусы себе в эту нашу весну. Потому что я, например, очень люблю носить браслеты. И когда носишь вот такой немножко, он так, знаете, он шуршит, он немножко поблескивает. И это очень приятно, когда чувствуешь натуральный янтарь у себя на руке. Я очень люблю длинные бусы, я очень люблю короткие бусы. Все зависит от того, что, например, я сегодня выбираю. Я просто рекомендую вам, как ваша ювелирная подруга. Если вдруг вы уже сняли верхнюю одежду и носите кардиганы, как нельзя, кстати, туда подойдет янтарь. Если вы носите блузки, платья, выбирайте именно бусы с янтарем, потому что мы помним, что такое многообразие именно теплых, солнечных оттенков может предложить вам только янтарь. А вот наша модель Елена, пожалуйста, вариант второй. Посмотрите, как она преобразилась. Вы тоже можете так играть с янтарем. Янтарь добавит вам молодости. Вот наша Елена просто светится от счастья и от солнца, которое отражается на ее коже. Конечно же, а это янтарь. 799 рублей стоит нитка янтаря. Вы можете заказать целых 4. Мало того, вы еще сегодня можете просто сделать свой первый заказ, если вы новичок на нашем телеканале. Давайте с нами вместе дружить. Давайте познакомимся с нашим сервисом, который предлагает телеканал Shop&Show. Представляете? Как здорово, не нужно никуда ходить, не нужно никуда бежать. Вы просто в комфортной обстановке выбираете для себя просто хиты и эксклюзивное предложение. А еще эти бусы можно собирать в одну корзинку с рубрикой «Мода», потому что рубрика «Мода» сегодня обязательно вам предложит под эти бусы какой-то свой персональный выход. А я хочу вам сказать, что, конечно же, мода циклична. И если раньше мы думали, что действительно вот янтарь, моя мама носит только янтарь, а мне не надо, ничего подобного. Вот сейчас мне тоже очень надо такие бусы, потому что браслеты из янтаря на запястье, они являются даже не просто красивыми, а оздоровительными. Колье из янтаря отвечает за вашу работу щитовидной железы. А что такое щитовидка? Это гормоны, наши женские гормоны, это наша красота, это наше здоровье. Поэтому выбираем сегодня все вместе для себя еще и лечебные бусы из янтаря. Это так просто выглядеть красиво и выглядеть здорово. Посмотрите, наша модель Елена, вот она уже придумала и еще одну модификацию из
янтаря. Но это только ваша фантазия, как вы будете носить янтарь. Но я хочу только, чтобы вы помнили, что именно янтарь, он, конечно, отражает цвет вашей кожи, цвет ваших глаз. И вот это медовое ощущение, оно останется у вас как послевкусие. Оно наполнит вас здоровьем. Посмотрите, наша Елена, она носит прекрасный еще и браслет, и прекрасный сатуар. Но по-другому, ну, не назовешь. Потому что сатуар вообще это название другое несколько, удлиненного колье. Поэтому все наши сегодня янтарные бусы точно станут сатуарами для вас. Цена 799 рублей. Это только сегодняшнее эксклюзивное предложение. Только сегодняшнего дня. Что будет завтра, я точно не знаю, абсолютно нет. Я даже не уверена, останутся ли у нас бусы из янтаря. Но стоить тогда они будут 1199 рублей. Сегодня прекрасная возможность. Цена только сегодняшнего дня, только сегодняшних эфиров — 799 рублей. Выбирайте свой янтарь в свою шкатулку ювелирных украшений. Представьте, как такому подарку обрадуется ваша мама. Как такому подарку обрадуется даже ваша бабушка. Потому что у каждой женщины из СССР были янтарные украшения. Каждая мечтала их иметь и каждая их носила. Я вам больше скажу, я недавно совсем пересмотрела один знакомый фильм. И я думаю, что все поймут, что это был за фильм. Это фильм был Эльдара Рязанова. И я поразилась, что женщины тогда уже носили и модничали, и носили украшения с янтарем. Я там увидела и бусы, представьте себе, и браслеты, и кольца. Ничего себе, я подумала, как элегантно это смотрелось в то время, и как элегантно это смотрится сейчас, потому что дизайнеры, они не стоят на месте, они придумывают новые и новые образы, потому что все натуральное сейчас в моде, поэтому и янтарь, конечно же, фаворит модных коллекций. Я вам больше скажу, что вот именно вот такие бусы из янтаря, например, где-то в Европе, стоят очень и очень дорого, и европейцы просто мечтают завладеть вот такими бусами. И, конечно же, для европейцев это предлагается все по другой цене, но только не для вас, только не для телезрителей телеканала Shopping Show. Поэтому для вас сегодня специальная цена только сегодняшнего эфира и сегодняшнего нашего эфирного дня — 799 рублей. Если мы хотим еще получить и бесплатную доставку, это значит, что целых 4 нити янтаря разного размера, которые вы выберете сами, сегодня можно положить в нашу шкатулку украшений. Посмотрите, янтарь, вот в данном случае мы видим янтарь, который максимально не отполирован. Что это такое? Это значит, что именно такой янтарь обладает большими лечебными свойствами. Он не только красивый, он еще и лечебный янтарь. Поэтому мы сегодня выбираем для себя красоту и здоровье.